Я буквально сегодня уже участвую в двух конференциях. Одна конференция проходит в Буче, организованная почетным консулом Чеченской Республики Ичкерия в Украине. Юрий Шулипа проводит в Буче конференцию, посвященную Четвертому Рейху, падению Четвертого Рейха. Это как раз таки они принимают сегодня резолюцию, направленную на то, чтобы осудить все преступления, совершаемые. И я сегодня, уже в данное время, я нахожусь в перерыве. Здесь проходит четвертый форум по свободных народов построссийского периода. Здесь сегодня мы буквально подписали меморандум о том, что Российская Федерация должна перестать существовать в том виде, в котором она была. И представители разных народов, которые прибыли на эту конференцию, подписали этот меморандум. И я говорю, исходя из того, что и санкции, которые вчера были приняты, и предыдущие события, что Россия, пусть это и политическое, но Россия признана спонсором терроризма. Все это говорит о том, что в ближайшее время Россия потерпит сокрушительное поражение в Украине. И это положит конец вот этим преступлениям и освобождению всех, кто сегодня находится и в колониальной зависимости, и насильственно удерживается на территории России.